Правительство Тувы завершает подписание соглашений с федеральными министерствами и ведомствами о финансировании приоритетных национальных проектов в 2019 году. Как сообщил глава республики, до 14 февраля предстоит заключить 48 соглашений на сумму около 3 миллиардов 300 миллионов рублей. На сегодня уточнены и утверждены 32 соглашения. Остается согласовать еще 16 проектов. Работа с профильными федеральными министерствами идет не только в части согласования объемов финансирования, но и целевых показателей проектов. Их перечень с 2019 года в соответствии с майским указом президента России дополнен 15 новыми индикаторами.